Ребят, всем привет, это Хижина Музыканта. Я соскучился, надеюсь, и вы. Уже неделя прошла с последнего выпуска. И сегодня я не буду прикалываться и притворяться кем-то, просто буду петь любые песни на заказ наших собеседников. И буду безумно рад, если вы поддержите мои старания подпиской на канал, лайком и любым комментарием. Иначе буду грустным, таким же, как вот Сет Фрог на моей худи. Приятного просмотра. Приветики, как дела? Хорошо. Че вы такие удивленные? Песни сижу, пою. Могу и вам спеть, если хотите. Давай. Интересно, понравится вам такая вот песня? Просто сейчас спел, сидел. Я очень рад, что ты раздуваешься, потому что... Сумасшедшая, целовала асфальт, перепутал кровать, трахнул на маминой. Это неправильно. В горле ком, объяснюсь потом. Я очень рад, что ты раздуваешься, потому что... Я старался, спасибо. Молодец. Ты сам придумал? Да, моя песня. Очень классно. Очень классно. Не слышали, да, что ли, ни разу ее? Нет. Ну, я просто типа мини-клип на нее делал. Такой пошловатый. Вроде как разошелся в сети. Не, ну не слышу. Опа. Вы кто? Вы кто? Сочный мир. Сочные девушки. Сок, сок просто аппетитный. А, сок вообще... А вы в ТикТоке сидите? Да. А вот эту слышали? Я ТикТок. Сколько у тебя подписчиков? Мало. Сколько? 5 тысяч? 10 тысяч? 59. Че так? Ну, я только недавно начала. Ну смотри, включи сейчас камеру на втором телефоне, или у вас нету камеры? Да. И запиши вот, что я спою, возможно, ну, типа... Понравится. Потому что эта песня из ТикТока, я сейчас спою ее. Угу. Может, хорошо, она давай зайдет. Вот, я снимаю его. Вот. Ага, все, Мари. Я искал себя, вот теперь я здесь, но до сих пор за мечтой иду в темный лес. Сложно все оставить, оступился, время есть, все расставить по местам. Если хочешь, сделай сам, просто сделай сам. Хочу себе синий-синий-синий Ламборгини, новый синий гений ожидает в магазине. Я ловлю удачи, будто бы китайский мир. Новый синий гений ожидает в магазине. А ты снова синий-синий-синий, словно и... Я знаю, ты песню, ты вообще классно поешь, реально. Все у тебя такой взгляд. Такой, что он делает? Что он губами шлепает, как? Ну, не знаю. Вообще офигенно. Запиши трек свой. Мне кажется, получится вообще классно. Дай свой инстаграм. Да. Хорошо. Быстро инстаграм. Ты где живешь? Приедешь? А ты где живешь? В Казани. В Казани? Да. А вы? Нижнекамск, но у меня в Казани родная сестра живет. Вау, блин, Нижнекамск, у меня там бабушка живет. О, капец, так, инстаграм гони. Ты знаешь, где находится этот, улица строителей? Да. В Нижнекамске? Да. Я на строителей улице живу. На туре? Да. А какой дом? А вы напишите свой инстаграм-то. А, да, ты подписал мне? Нет? Сейчас. Сейчас вот она подпишется, и тебе придет оповещение, и... Ну... и потом я попозже подпишусь. Это ты? Так... Думаю, да. Да. Это он. Все, я подписываюсь. Все, у тебя публикации. 114 тысяч подписчиков. Охренеть. Че?
мой блог... А, музблогер, автор песен из Казани. Ютуб 1 миллион, у тебя в Ютубе 1 миллион? Ну да. Оу, ошалеть. Что, тебе название канала сказать, что ли? Посмотрите быстренько. Друзья, мы на Свияжских холмах, вот выбрали с ребятами покататься. Да, мы сегодня катались. Сторисы. Вот так называется канал «Хижина музыканта». На Ютубе имеется. Да, актуальненько. Блин, ты такой вообще красавчик, не могу. Вы тоже. Частенько у моих зрителей после просмотра таких вот видео возникает дикое желание научиться играть на гитаре. Но есть несколько способов, и самый простой из них — это скачать приложение для гитаристов Тимбро на свой телефон. Я уже давно пользуюсь данным приложением и хотел бы сегодня разучить легендарную пьесу Бетховена «Коллизия». Погнали! Ребята недавно обновили версию приложения, и появилась новая вкладка «Достижения». Здесь вы можете спокойно качать ваши навыки игры и с каждым разом становиться лучше и лучше. Ссылочка на приложение в описании под видео. Привет. Привет. Че, у тебя со стеной такая классная? Нет. Необычная? Я в офисе. В офисе? Офис, бизнес, все дела. Ну, ты откуда? Круто. Я из Казани, а ты? Кемерово. Ну, песни любишь, что ли? Я вот тут сижу, пою. Песни люблю. Какие примерно хотя бы? Ой, давно ничего мне на гитаре не играли. Да я даже не знаю, на свой выбор. Может понравится, может нет, такая есть. Да. Той зимой недалекой я увидел тебя. Ты стояла так скромно и смотрел на меня. Мы с тобой подружились, я был счастлив тогда. Тех прогулок по парку не забыть мне никогда. Твоя нежная походка и красивые глаза. Своей милой улыбкой ты свела меня с ума. Даже взгляд твой был хрустальным, как прозрачная стрела. Родилась и ты как дело под созвездием Стрельца. Я тебя заклинаю, посмотри мне в глаза. Может, ты в них увидишь, что они говорят. Может, ты в них заметишь, что там в сердце моем. Пламя души сжигает красным ярким огнем. Пламя души сжигает красным ярким огнем. Прикольно, вообще пока. Классно. Мне понравилось. Спасибо, рад. Слушай, может, обменяемся Инстаграмом? Да, давай. Напишешь? Давай. Нет, напиши ты, пожалуйста. Я заскриню. Тебя найду. Давай. Я тоже. Подожди. Давай. О, укуляля? Да. Она сама. Она же красивая такая, с наклеечками. Да. Все, так, какой? Какой звук? Ладно. Мои белые локоны падают на плечи. Сердце истоптано, время не лечит. Весь изувеченный ванной лежу на спине. Знаешь, я хочу умереть во сне. Вот так. Это что, Алена, что ли, опять? Нет, это... Ой, я даже не помню, как называется она. Не помню. Давай, что тоже... ты что-нибудь сейчас играй. Ну, раз тематику смерти, давай. Затронем. Оба. Секундочку. Ага. Давай, играй. Угу. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти уже все-таки к Богу,
не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый баран. Ты улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело, нелепое тело, что тупо болит. Не бы стать сигаретой и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света и сиять, но, блядь, не верится в это. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело, нелепое тело, что тупо болит. Не бы стать ракетой, улететь на другую планету, и чтоб болеть перестал на этой. Нелепое тело, что тупо болит. Боже, это шикарно! Офигеть! Спасибо. Так, подожди. Я если вспомню аккорды. Да. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тени и провода в небо только мне мучиться. Тучкой маленькой я обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Вау, вау, молодец, я знаю эту песню. У тебя прям голос шикарный. Спасибо большое. Прям во все ноты попадаешь, нежный голос. Продолжай. Ну ты тоже капец, ты занимаешься чем-то или как? Что? В смысле? Ну да, ну типа это моя профессия, конечно. Гитара, да. Там, вокал, преподаю, да. Очень круто. Блин, ты можешь настолько продвинуться в этом. Там, не знаю, какие-то люди сейчас, которые известные, они петь вообще не умеют. А вот такие вот люди, они сидят и в чат-рулетке просто поют. Это несправедливо! Я согласен, согласен. Умели бы мы продвигаться, мы бы уже продвинулись. Да. Не, ну я открыл канал, конечно, но пока там немного подписчиков. Какой канал? Ну ты сейчас не сможешь, наверное, посмотреть, у тебя же, типа, занят телефон. На Ютубе? Да. На Ютубе канал? Да, 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 да. Напиши. Ну, вот так называется «Хижина музыканта». Сейчас. Ну, смотри, вот я не понимаю, это реально так несправедливо, что вот такие люди, они просто сидят в чат-рулетке поют. Да, на сцену бы пора уже. Да. И чтобы по радио крутили, и по Муз-ТВ клипы показывали. Ну. А ты песни свои писал? Да, писал, вот посмотришь там. Но они мало набирают. Сколько у тебя подписчиков? Ну там грюжу чуть-чуть только. Начинающий блогер. Чуть-чуть, ты угоришь сейчас. Ну там, видишь, 1,03. Это значит, один целый подписчик и 0,3 подписчика. То есть ты не говоришь, что ты сейчас снимал все это? Нет, зачем? Все, слава богу. Ты же не снимала, да? Нет. Точно? Ну вот она выключена у меня, камера, вот видишь. Я ее не включал сегодня даже. Ну, блин, я не поверю, если такой талант просто пропадет. Ну, нет, я очень сильно разочаруюсь в мире. Ну, я уже разочаровался. Знаешь, все в наших руках, так что ты будешь пиарить в своем городе мои треки. Да. Блин. Будете. Я реально, я очень сильно разочаруюсь в мире, если ты не будешь петь на сцене. Очень сильно. Ну, надеюсь, буду. У меня есть уж твои песни, могу тебе один спеть? Давай. Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться разбитым экипажем близ берегов Атлантиды, зацепившись кормой от твоей скалы мысли, чтобы я смог повстречать тебя одну. Спрятавшись под белым пледом и снежных историй, мы находили поиски этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодоли все, чтобы к тебе прикасаться. И нас там возит, кружит этот белый танец. Нас дам всем тем, кто
быть нечто больше, чем просто пламя. Нормально? Да, я даже встану. Боже, это великолепно. Да ну тебя. Это очень круто. Почему эти песни не крутят по радио? Почему эти песни знают только вот эти вот, ну, небольшое количество? Ну, только вот эти вот... 1,03 человека. Да, ну это, конечно, много, но в принципе, блин, почему? Там, не знаю, каких-то Бузовой, они повсюду, а ты... Ну, а я всего лишь на Ютубе, да. Это несправедливо. Такова ж жизнь. Я уже давно бьюсь, на самом деле, пытаясь как-то продвигать, но, видишь, миллионы тоже недостаточно, чтобы твой трек завирусился. Ну, или, по крайней мере, я плохие песни пишу, и а всё. Ты в ВК его заливал? Да, официально выходило. То есть, вот смотри, если вот так напишешь, хоть где Spotify, Apple Music, ну, Арслан, если наберешь латиницей, выйдут мои треки. Ну, надо самому как-то снимать, продвигать, пытаться. Не, так. я снимаю. Я нет, надо прям много. Вот инстасамка, ты видел, как она песню продвигает? Там у нее по 5к видео под этот звук, и там 3,5 тысячи, это ее только видео. Ну, да. Ну, она вообще в этом плане, да, отжарила. Ну, я как делаю? Я выкладываю, и потом в один момент, ай, лучше попою-ка что-нибудь популярное, типа, и начинаю. Зачем? Нельзя так делать, у тебя офигенные треки, они могут так мир вообще... Да? Да! Блин, ты мне промыла мозги, ай, ну открыл мозги, в смысле. Не, надо. Правда, типа, ты поешь каверы, всеми известные песни, когда ты поешь каверы, ты продвигаешь тех исполнителей, кого ты поешь, а ты можешь петь себя и... Ну ты понял связь. Столько каверов было. Снято, сколько песен было перепето. Эта девочка заставила меня задуматься. На чужих песнях не стать артистом, да? Придет мое время. Скоро повезет. Ну а если у вас возникло желание после этого видео научиться играть и петь на гитаре по моей школе, по моей методике, то приглашаю вас в свою школу гитары и вокала. Она находится в описании под видео.